заключительных сериях сериала «Три капитана» кто-то вновь начал охоту на Серегина, оставив метку Легостаева. Но он мертв, а это значит, что у него появился подражатель. Серегин с напарниками неофициально подключается к расследованию. Под подозрением оказывается курсант Велихов, с которым у Серегина был конфликт. Джокер ищет Велихова, но в его машине находит парня, который по описанию похож на того рыжего, что толкнул маму. Пехот под машину следователи находят тело Игоря Велихова, бывшего студента Серегина, которого подозревали в покушении на преподавателя. Посмотреть заключительные серии вы сможете 3 апреля.